Утро. Сегодня мы сдаем зачет по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа для перевода в другую группу. И значит, 14 лет первым выполняет упражнение Арнчук Валентин. На пятерку 33 повторения. Итак, приступить к выполнению упражнения. А мы считаем там. Раз, два, три, четыре. Считай. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Еще раз сделай. 34. Так, значит, Арнчук Илья, 15 лет. Сколько тебе надо? 38 на пятерку. Все, приступаем. Сгибание, разгибание рук, упор и лёж. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16. Что ты считаешь? 17, 18. 38. 38. Хорошо. Так. И третьего участника, Шарапа Виктора, ему уже 17 лет, мы ему сделаем 40 и выше повторений. Все, приступить к выполнению. Сгибание рук, разгибание рук, упор лежа. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, еще раз есть. 45. Отлично.